Медицинский центр Алан-клиник. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Чем могу помочь вам? Светлана, да. Я не раз... Света, здравствуйте. Нет, меня зовут Ольга. Это проктологическая клиника. Да, чем могу помочь? Неважно, как там кого зовут, это меня не волнует. Я к врачу звоню. Значит, Свет, скажите мне, мне нужно записаться на прием. Проклятые реперы не берут. Вы первый раз? Позвони попозже, пожалуйста, меньше чем. Я не был у вас, Светлана. Я не был здесь. Не был ни разу. У меня такие ситуации, извините меня, в жизни впервые. Да. А что вас беспокоит? Какие жалобы? Мы всегда спрашиваем, потому что... Я понимаю. Вы же меня простите, я уже далеко не молодой человек, да, ну, сказать, не первой свежести. Вот, я токарь. Токарь я. Я вот себе, ну, на токарный стаду... Не стыдно сказать, вы же меня, Светлана, простите, честно сказать. Господи. Я себе... Но у вас что? Да. Внешний узел, шишка, что? Я себе порвал жопу. Ну, именно очко. Ну, как сказать, заднюю мягкую ткань разорвал. Так. Да. Какое-то воздействие было? Токарный станок был. Ну, стыдно мне, что сделать, я не знаю. Ну, вы же меня... Как это у вас там в медицинских терминах обозначается? Задняя, ну, попка или как она? Я порвал жопу, вот ну, проще сейчас сказать. Да. Какие сейчас симптомы? Что сейчас у вас, скажите по симптомам? Ну, как вы думаете, вот взрослая женщина уже, у меня жопа порвата, а вы симптомы спрашиваете? У меня такая... Ну, давайте мы знаете, нормально такая, будем разговаривать, я вас не хамя. Вы меня простите, я просто не знаю, как у вас называется вот это место по медицинским терминам. Я далеко не молодой уже, понимаете? И вот это вот, извините меня, тоже в первый раз все это в жизни. У меня токарный станок, я токарь. Я делал обточку, значит, металл заготовки и порвал жопу, анальное кольцо порвал. У меня сейчас оно висит. И что делать, извините, я не знаю. Потому что мне вот и так зеленкой намазали. Сижу, жопа болит. Порвал жопу, симптомы у меня. Это вам... Жопа болит. Да. Это вам нужно обратиться к хирургу, я не знаю, по скорой, может быть. Потому нет, что нет, мы нет. Другими я заболеваниями у меня занимаемся. У меня кишка выпала. Кишка. Ну, мы не лечим, мы не занимаемся такими заболеваниями. Мы лечим Светлана. Геморрой, анальные трещины. Ну, вот и так у меня далее. Треснула там как раз. Вот трещина, у меня там лопнула жопа. Вот треснула. У меня там, ну, токарная, у меня бабка токарная. Ну, это вот. И оно мне, ну, продавил я. Надавил, передавил, и трещина у меня пошла. Герпес. Вообще непонятно, герпес, если вы говорите. Вообще непонятно. Короче, у вас произошла травма. Да. Я правильно понимаю? Да, да. Травма. Что у вас, порез или что? Ну, у меня там трещина. Почему я так спрашиваю? Потому что мы узкой специализации клиника. Мы лечим совсем другое. Да я другое, знаю, что у вас там же написано. Да. Я же нашел вас. Где? Вот в объявлении нашел. Все написано. Я же смотрю. Вот эти вот связанные заболевания, травмы с геморроем. У меня не геморрой. У меня узла нету. У меня вот именно трещина пошла по шву. Понимаете? Анальная. То есть я кишку надорвал. Ну как? У меня токарный, я токарь. У меня токарный станок огромный. Я сделал заготовку на автомобиль. Понимаете? Я делаю запчасти для Лады, машины Лады. На машины делаю. И у меня это самое, я пенсионер, блядь, извините, пожалуйста, мне. Забыл французский. Но меня натянуло, значит, на бабку. Сраку прям очко лопнуло. И тут начало кровь идти. Я сейчас туда это, ну, ваты напихал. У меня кишка висит сейчас, кусочек такой. Мне нужен проктолог, чтобы он... Но это... вызовите скорую помощь. Да нет, вызовите мне не надо здесь помощи никакой. Я чувствую себя прекрасно.
почти, ну, мне не больно. Просто... Но чтобы вам помогли, посмотрели, может быть, мне не больно, понимаете. Я даже сам бы не заметил травмы. Мне он напарник говорит, у тебя кишка выпала. А я говорю, ты что, издевайся. Я взял зеркало, посмотрел, а мне там кишка. Вот вам и, пожалуйста, токарная мастерская. Да. Вызовите скорую помощь и обратитесь в скорую помощь. Мы не занимаемся такими... Света, давай не будем усугублять ситуацию. Меня Ольга зовут. Да. Я вам еще раз говорю, что у нас другая специализация клиники. Мы травмами не занимаемся. Ну, вы очком занимаетесь. Обратитесь, пожалуйста. Нет. Очком кто занимается? Какой врач? Очко лечит. А? Послушайте еще раз. Да, у нас клиника узкоспециализации. Ну так я хочу, чтобы у меня узко там было, а не широко. Вот и зашейте мне дырочку, пожалуйста. Займитесь моей дырочкой, чтобы там узко было. Вы же узкая направленная клиника. Вот узко сделайте мне, пожалуйста. Врач Очколог, пожалуйста, есть на связи здесь? Очколог или как его там? Проколог, обратитесь, вот, пожалуйста, в другую клинику. Да? Я не знаю, в другой центр, мы не занимаемся этим. Я понял, то есть вы отказываете, потому что я не молодой, да? Не хотите заниматься мной? Нет, дело не в этом. Вы сказали, что у вас травма, что у вас герпес. Выпадает кишка. Кишка выпала, мы такими случаями не занимаемся. Мы занимаемся лечением проктологических заболеваний, геморроя. Да. Алло. Да, вот на сайте же написано, герпес убирайте. Ну, да. Слышу. Артемий, скажи, что тебя зовут? Рыбов пригласи выступать за команду Салмоника, потому что ты травмировался. Обязательное условие контракта же тренироваться на Камчатке в мотопарке. Может, я неправильно называю, у меня кишка выпала. Вот я сейчас иду, я вот смотрю, у меня она прям вот чуть ли не до колена прям вытащила кишечка. Ну, я хочу ее обратно. Я вам сказала, что... обратитесь... Вы жене моей геморрой лечили, у нее тоже там торчало. А вы его на узел перемотали там и бублик сделали. А мне такое самое надо, только чтобы не кусочек лишнего убрать и за, как там, пломбу, не пломбу, чтобы ничего не было. Я хочу, чтобы не мешало мне срать. У вас это не геморрой, у вас, с ваших слов, была травма. Да. У вас повреждение, порез или что? Мы такими случаями не занимаемся. Я хочу, понимаете, срать. Еще раз я говорю. Я хочу срать, понимаете? Мне больно. Послушайте. Да. Да, я услышьте, пожалуйста. Да. Давайте по-нормальному говорить. Нормально, и не грубить. Нормально. Хорошо? Я хочу. Да. Услышьте еще раз, что мы не занимаемся такими случаями. Обратитесь, пожалуйста, в больницу, вызовите скорую, чтобы вам оказали помощь. Ой, сейчас, повторите это, я отходил. Что вы там говорите? А? Вызовите скорую, обратитесь в больницу, чтобы вам оказали помощь. Я понял, а когда к вам, во сколько подъехать-то? Вы же мне так и не сказали, не записали еще. А? Мы не занимаемся такими случаями. Мы не занимаемся такими случаями. Ну, вот центр проктологии или нас... так вот? Не это пойму. Центр проктологии, но мы занимаемся другими заболеваниями. Мы травмами не занимаемся. Так я не болею, у меня просто кишка выпала. Мне ее обратно туда вшить и все. Обратно ее вернуть на место свое, в домик посадить. Назад домой вернуть, домой. Вы слышите, что мы травмами не занимаемся. У вас, вы сказали, что у вас была травма. У меня травма на токарном станке, меня бабка засосала от токарная. Ну, мы не занимаемся травмами. Обратитесь, пожалуйста, по скорой помощи в больницу. Вот я сейчас, когда общался, да, я пернул. У меня пердеть больно. Тоже больно пердеть. Тоже не к вам. Да? Извините, пожалуйста, обратитесь в другую клинику. Вас как зовут, чтобы я записал, чтобы вы мне отказали, пенсионеру? Светлана? Мы не занимаемся такими услугами. Вы услышали? Ну, вы лично занимаетесь. Такими. Давайте заниматься уже чем-то нормальным, а не сидеть там на телефоне и каждый день. У меня травма, блядь, жопа болит. Они сидят на телефонах. Обратитесь в экстренную хирургию. Классы, все музыку это смотрят, свои тик-таки, тик-туки, чикакайта. Всего доброго. Уважения никакого нет к пенсионерам. Всего доброго, обратитесь, пожалуйста, Алло. Извинитесь,
немедленно. Я такой, ну, мне не нравится ваше, все здесь, ничего не нравится, извините. Обратитесь по скорой помощи в хирургию, где вам окажут экстренно. Понимаете, у меня очко горит, дырка горит прям, я не могу сидеть. У меня кишка телепается. А у меня собака здесь в цеху, у меня сейчас будет как с хвостом играться. Вы услышали? Да. Вы услышали, что вам сказали, что мы не занимаемся такими случаями? Вы мне не сказали, обратитесь, как вас зовут, я вас не слышал. Обратитесь, где вам окажут. Светлана, да. Вы услышали, что вам еще раз Светочка, сказали, что мы не занимаемся такими случаями? Не будем повышать голос. Извините, меня. Пожалуйста, у нас звонки. Я вас понял, я вам тоже звоню. Поэтому будьте вежливы, ответить мне на все мои конкретные вопросы. Я вас услышал, а вы меня не услышали. Поэтому я вам ответила на все вопросы. Вы меня не услышали тоже. Я вас мы не занимаемся травмами прямой кишки. Подождите, вы сказали, вы извиняетесь за то, что не примете, да? Или мне показалось? Да? Мы не занимаемся травмами прямой кишки. У меня кишка лопнула. У меня лопнула жопа. У меня болит мы не анус. Занимаемся травмами. Я хочу срать. Я хочу срать жидким. Я хочу выдавить каловую массу. Обратитесь. Да. Обратитесь в скорую помощь, где вам окажут экстренную медицинскую помощь. А не нужна мне скорая помощь. У них там есть помощь. Поважнее дела, есть поважнее, чем кишку мою латать. Вот вы как раз вот займитесь, пожалуйста, кишкой пожилого человека. Мы возьмите не занимаемся травмами прямой кишки. Возьмите ее, перевожите узлом и сделайте выход наружу какашек, чтобы я срал. Я могу срать, но не хочу срать, потому что срать мне больно. У нас другая я хочу срать и чувствовать облегчение. Я хочу сидеть на унитазе, срать и смотреть телефон, чтобы это мне приносило удовольствие. А собака будет играть с кишкой, как с хвостом, еще поцарапает меня там. Но мне не надо здесь такое счастье, блин, на старости лет. Извините, передо мной я уйду. Нам не за что перед вами извиняться. Не я понял. Вам еще раз говорю, что мы не занимаемся такими случаями. Так обратитесь к другому врачу, к хирургу. А, то есть так вы мы не занимаемся. У нас другая направленность ясно, клиники. У вас нет профессионалов, да? Я понял. Мы не занимаемся такими случаями, то, о чем вы говорите. Я обратитесь понял, вы не хотите, да? По скорой помощи. Вы на меня абсолютно наплевать. Всего доброго. Я вас услышал, вам плевать-то мою кишку, да? Тебе плевать, Светочка, да, вам мне? Плевать вам на меня, да, Светлана? Всего доброго, до свидания. Вот так вот вы помогаете, да? Вот оно, да, ваша медицина. А у меня очко болит, я сижу, мне больно какать, а вы вот так вот со мной. Вот так вот, да? Вот вы так вот всю жизнь точил вы детали услышали? Для машины Лады. Лада, вот машина АвтоВАЗ всю жизнь точил на токарном. Всю жизнь. А теперь вот страдаю, кишка выпала. А мне помощи нету. Все машины ездят, катаются на Ладах. А мне, как изготовителю этих, блядь, деталей, да, с токарного станочка, помощи не будет. Вот так вот, Светочка. Вот вам и, пожалуйста, отношение какое, да? Вот оно, да, вот вам и все, вот ваша помощь, а кишка торчит, а вы молчите, вот и вот ваша помощь, что делать с кишкой, вот что, вот она лежит, обратитесь кишка на стуле. По скорой помощи смотрит. К другому специалисту, к хирургу, который окажет вам экстренную помощь. Мне экстренно не нужна. Вы услышали еще раз? Мне нужна экстренная, мне можно завтра, послезавтра, я не спешу, кишка не столь, я ее подвожу и буду ходить, у меня как хвостик будет, вот главное мне, чтобы все там сделали красиво. Чтобы было сзади красиво, понимаете, о чем я? Когда я раскрываю дырочку, чтобы там было все гладко, а не вот это, что в узлах там все. Вот. У нас другие услуги медицинские оказываются. Какие? Мы этим не занимаемся. А вы услышали? Я вас плохо слышу. У вас что, интернет слабый? Да. Всего доброго, до свидания. Я вас не понял, повторите. Мы вам уже сказали. Мы не занимаемся такими случаями, про которые вы говорите. Обратитесь к другому специалисту. Да, я здесь, повторите. Всего... Я уже повторяла. Не-не, я просто отходил. Всего доброго. Что, завтра? Во сколько? В 10 подъезжать? Обратитесь к другому специалисту. Вызовите скорую помощь. Вы услышали? Не понял. Я сейчас плохо что-то... Во сколько времени? Жмышенко, фамилия записали? Жмышенко. Мы не занимаемся этими случаями.
Обратитесь к другому специалисту. Какими, вы поняли? Вы услышали? Этими? Это какими этими не слышали? Случаями еще. Да? Мы травмами прямой кишки не занимаемся. Вызовите скорую помощь. Да обратитесь я жопу к порвал. Другому специалисту. Вы услышали? Ну, у меня жопа извините, порвата. Извините, у нас больше нет времени на разговор. Я отойду? Или всего что? Доброго, до свидания. Ладно, извинитесь. Алло. Алло, не слышу вас. Да, 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 да.